Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня, высаживая томаты в открытый грунт, я вспомнила, что нужно еще особое внимание уделить первому поливу при высадке. И вот пока есть возможность, я хочу показать вам, как это делаю я. Вот я вскопала землю, промаркировала грядку, вот наметила, где лунки. В каждую лунку положила перегноя, перемешала все с землей. И потом все лунки я заливаю водой очень обильно, так, чтобы лунка была полная, вот так вот, чтобы вода стояла. Потом жду, когда вода уйдет в землю. Получается такое, как кашеобразное состояние. Высаживаю туда томаты и второй раз еще раз заливаю полностью водой. Первый полив должен быть очень обильный. Этой влагозарядки должно хватить на целую неделю. Даже если вот такой проливной дождь у вас, как у меня, вот видите, у меня сильный дождь, все равно я поливаю, потому что корни должны, как сказать, вот этой кашицей, кашеобразной мокрой землей все облепиться, чтобы там не было пустот. Это залог здоровья растения. И целую неделю после высадки вы ее не поливаете. Этой воды должно хватить на неделю. Поливать не надо первую неделю, иначе корневая система будет развиваться не так, как ей нужно. Она сейчас адаптируется там, но первый полив должен быть очень обильный. Все, до свидания, камеру заливает водой, выключаю. Первый полив очень обильный, и неделю после высадки не поливаем. Вот сейчас я все лунки залила, подождала, вода ушла, сейчас буду я втыкать свои растения. Дождливая погода поможет мне высадить рассаду, и она безболезненно приживется. До свидания. Желаю вам хороших урожаев.